Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Авиэль Станкевич, и сегодня у нас уже 7-й каст, который мы проводим каждое утро, и говорим в нем о Слове Божьем, которое, по крайней мере, мне открылось сегодня утром. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать их, конечно, в чате, мы их обязательно обсудим. И сегодня меня коснулось место Писания в Притчах, 22 глава, 4 стих. Прежде чем я его прочитаю, можете его открыть. Почему, собственно говоря, меня оно коснулось? У меня тут же всплыли разные образы. Каждый из нас в свое время каким-то образом, будем так говорить, грешит тем, что, может быть, как-то неадекватно реагирует на разные события. Например, вы что-то собирались делать или там что-то сделали уже, кто-то там против вас выступил, или что-то неправильно вам сказал, или кто-то что-то вам сделал неправильно, или, может быть, вас кто-то разозлил, чье-то поведение вас раздражало. И мы иногда бывает, что вспыляем, да, настолько, что вот в следующий раз я ему сделаю вот так, он вот так со мной, да я ему вот так вот сделаю, вот он вот такой вот, да я ему отомщу и так далее. И на самом деле мы знаем, что, особенно когда мы читаем книгу Иова, что на самом деле вот эти испытания, которые нам посылает не всегда Бог, да, написано, что сам Бог никого не искушает, но испытывает. Чем он испытывает? Он испытывает всякими такими ситуациями. То есть иногда отходит чуть дальше, это написано в Паралипоменоне, что Бог иногда отходит в сторону, чтобы посмотреть, что у нас на сердце. И в этот момент мы начинаем, что называется, всю свою вот эту вот сущность, которая у нас есть не от Бога, да, плотскую, проявлять наружу. Начинаем возбухать, что называется, начинаем говорить всякую ерунду. Потом мы о ней, естественно, сожалеем. Но мы знаем, что слово «не воробей» вылетит не поймаешь, а в притчах написано «жизнь и смерть во власти языка». И иногда бывает, что мы такое скажем, что уже исправить будет поздно. Просто нечего будет исправлять. Могут быть испорчены отношения, может быть испорчен на весь день, вернее, на всю жизнь могут быть испорчены какие-то дружеские связи. Могут даже семьи распадаться из-за таких вот неправильной модели поведения. И в данном случае, по крайней мере, книга Иова учит нас двум вещам. Первое – это смирение, а второе – не согрешить перед Богом, да, то есть мы читаем во всей книге Иова, что практически после каждой его мысли, после каждой его фразы написано, и этим Иов не согрешил перед Богом. То есть, что это значит для нас, да, это в других местах Писания описывается как страх Господень. То есть многие понимают, особенно мирские люди понимают, что страх Господень, это нужно перед кем-то там дрожать, бояться там и так далее, не дай Бог там голову не поднять и так далее. Совершенно нет. Страх Господень в данном случае, Иерат, Адунай, как написано на иврите, это не страх в смысле, ой, боюсь, меня накажут, ой, боюсь, там по башке дадут. Нет. Страх Господень в данном случае, как я уже говорил неоднократно, это сродни человеческим отношениям в хорошей семье, когда один супруг боится каким-то образом обидеть другого, боится каким-то образом нарушить покой другого и так далее. То есть каждое свое действие он делает взвешенно, чтобы это в отрицательную сторону не повлияло на... прошу прощения, вчера немножко простыл, погода поменялась. Иногда бывает, что мы забываем о вот этом страхе и начинаем делать вещи, которые Богу не угодны. И в этот момент очень важно понять, что если мы забываем о страхе Господнем, то есть вот об этом вот страхе, не в смысле страхе, что по шапке дадут, а в смысле страхе, что мы можем обидеть человека, с которым мы находимся в отношениях, сущность, с которой мы находимся в отношениях в данном случае, создателя, с которым мы находимся в отношениях. Ведь Адам и Ева тоже находились с ним в очень близких отношениях, дружеских и, может быть, даже родительских отношениях в Эдемском саду, но нарушили этого. И вот это и есть страх Господень, когда мы боимся нарушить вот эту вот гармонию взаимоотношений. Так вот, когда мы пускаемся вот в эти вот плотские, так сказать, искушения, когда мы начинаем злиться, пытаться отомстить, пытаться обидеться, там, пытаться наорать, повысить голос, может быть, какое-нибудь там слово, одно-два нехороших скажем, это все как раз и является тем самым нарушением гармонии. И в этот момент, когда мы проявляем себя вот в таким вот эгоистом, то есть, вот я сам сейчас всем все расставлю по местам, мы забываем, что на самом деле, как написано в Евангелии, даже птица без воли Отца Небесного не упадет на землю. И в этом случае как раз меня коснулось то, что мы постоянно сталкиваемся с этим. Вот не далее, чем вчера, там двое моих коллег разговаривали между собой, мирских, я имею в виду, к сожалению, пока еще, разговаривали между собой, говорят, вот он мне там что-то сделал, да я ему там сейчас, вот пусть он ко мне придет, я ему устрою, там и так далее. То есть, бывают такие случаи, когда мы нарушаем вот эту гармонию. И вот в притчах 22 главе, в 4 стихе написано: «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». И здесь как раз сделано следствие того, что будет идти зачем. В первую очередь смирение, да, то есть получили искушение. Вот Иов, например, да, он смирился с тем, что с ним происходит, он просто сидел и размышлял. И тем самым не согрешил против Бога. То же самое и с нами должно быть. Мы должны смириться. Смириться не в смысле, что, там нас бьют, а мы крепчаем. Нет. Смириться в смысле, что это есть какой-то урок. Мы должны не думать, как мы отомстим за поведение того или другого человека, или не как мы повернем ситуацию в свою сторону. А это есть урок, что мы должны осознать, что мы сделали не так. Ведь у всего есть причинно-следственная связь. Все, что мы получаем, это бумеранг того, что мы когда-то забросили. То есть где-то мы что-то сделали таким образом, что мы получаем сейчас этот урок. Нужно смириться не в том плане, что, пускай там надо мной издеваются, пускай меня там бьют, унижают и так далее. Мы получаем урок, и мы должны смириться в его понимании. За этим пониманием, то есть когда мы начинаем трезво, не на нервах, не на эмоциях, оценивать то, что происходит, и извлекать уроки из произошедшего, за этим следует страх Господень. То есть мы начинаем думать и делать так, чтобы находиться в гармонии со своим Небесным Отцом. Если мы достигаем вот этого вот понимания, то за этим тут написано, что приходит. Приходит богатство, за этим приходит слава, и за этим приходит жизнь. То есть, я не знаю, как кто, например, а я точно уверен, и я в это верю безоговорочно, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми, чтобы мы были знаменитыми, чтобы мы были влиятельными. И для этого Он нас создал, потому что Он сказал, что идите и плодитесь, размножайтесь, и владейте всей землей. То есть Бог хочет, чтобы мы были богатыми, знаменитыми, и жили, и влияли на этот мир. Но этого не придет до тех пор, пока мы не смиримся. Пока мы не смиримся, пока мы не придем в состояние вот этой гармонии страха Господнего с Создателем, пока мы не начнем жить так, как Ему хочется, чтобы мы жили. И именно в этот момент, вот после того, как это состоится, смирение и страх Господень, придет и богатство, и слава, и жизнь. Потому что вот особенно последняя жизнь, да, в мирском понимании, когда спрашиваешь там кого-нибудь: «Привет, как жизнь?», они говорят: «Да, разве это жизнь?». То есть миряне, они как бы, недовольны тем, как они живут. И это правильно. А что быть довольным-то? У них они постоянно в искушении страны находятся. Поэтому в данном случае меня, например, этот стих очень коснулся, что когда я вижу ту разницу между нами, людьми, которые живут с Богом, и людьми, которые знают, что такое жизнь, что такое цена жизни, какой ценой она вообще была выкуплена, нам гораздо проще и веселее жить вот в этом вот смирении и гармонии с Создателем, нежели мирянам, которым все не нравится. И поэтому они, может быть, и получают, об этом у Иеремии написано очень много, получают, может быть, какие-то деньги и так далее, но все это мирское, все это бесовское, что называется. И когда-нибудь это закончится. У Исаии, по-моему, написано, что преисподняя разинула пасть свою, и все туда поглотит, и богатство, и веселье их. А наше богатство, оно не из денег. Наше богатство, оно, будем так говорить, что греха дать, оно из денег. Я, например, стремлюсь к большому богатству и учу людей быть богатыми людьми. И хочу, чтобы каждый был миллиардером и мультимиллиардером и так далее. Вопрос, что мы с этим дальше будем делать. Мать Тереза была мультимиллиардером, но у нее не было с собой ни копейки. И об этом я уже говорил неоднократно. Но ее богатство было в том, что через нее протекали миллиарды долларов. И это и есть не прикипать к тому самому богатству, которое мы получаем. Ее слава была в том, что ее уже нет в живых, но все ее помнят, так как будто бы она сегодня ходит по этой планете. И ее жизнь, она осталась на века. Она и здесь в сердцах людей живет на века. И живет с Создателем нашим на небесах на века. Поэтому вот это вот притча 22 глава 4 стих: «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Оно как раз и, я думаю, проявилось, что ли, да, в матери Терезы. Она была мультимиллиардером не потому, что у нее в кармане были миллиарды, а потому что через нее текли на благие дела миллиарды долларов. Она обрела славу, и по сей день все они говорят, и жизнь вечную. И чего вам, собственно говоря, желаю? Я желаю вам жить в смирении, в страхе Господнем, чтобы обрести богатство, обрести славу и обрести жизнь. Пусть у вас будет благословенный день. Я знаю, что у многих, ну, у меня в Израиле уже второй день рабочей недели идет, а у вас, возможно, только неделя началась. Поэтому я желаю вам всего самого лучшего, Божьих благословений. Живите в смирении и живите в гармонии с нашим Небесным Отцом. Спасибо, что слушаете наш эфир. Приходите еще завтра и каждый день в 9:30 утра по израильскому времени или в 10:30 по Москве. И пишите свои вопросы в чате. С удовольствием будем их обсуждать. Спасибо за внимание и будьте благословенны.